Моя авторская песня Владимира Васильева «Так дай вам Бог» написана мною в июле 2015 года. Живу я в жизни как могу, но с интересом. Проходит дни за днями быстро, нелегко. Смотрю на все всегда за жизненным процессом. И на душе моей не просто, но легко. Смотрю на все всегда за жизненным процессом. И на душе моей не просто, но легко. Не дай вам Бог забыть границу между добром и даже злом. Или попасть вам ноченькой в больницу, или расстаться там своим умом. Или попасть вам ноченькой в больницу, или расстаться там своим умом. Не дам бы Бог столкнуться с бесом, тогда успех любой ценой. Не дай вам Бог столкнуться с демоном, тогда и жизнь, увы, окажется иной. Не дай вам Бог столкнуться с демоном, тогда и жизнь, увы, окажется иной. Не разрушать других сознанье, ну и, конечно же, свое. А лучше думать, иметь желание и на сознание влиять свое. А лучше думать, иметь желание и на сознание влиять свое. Чем легче отношение к жизни, тем легче так друг друга обмануть. Кто хочет взять все для себя при жизни, тому зеленый свет и прямо в путь. Кто хочет взять все для себя при жизни, тому зеленый свет и прямо в путь. Так дай вам Бог то озарение, любовь, культуру возрождать. От Бога вам благословенье, а нам немного подождать. От Бога вам благословением, а нам немного подождать, а нам немного.